Всем привет, с вами MegaObzor.com, и в наше распоряжение попал новый твердотельный накопитель от компании Team Group, серия Vulcan SSD. Изучаем на примере версии объемом 500 гигабайт, 2,5 дюйма, интерфейс SATA 3.0. Будет стоить примерно 5500 рублей. В комплекте покупатель получает наклейку с логотипом и 3-летнюю гарантию. Накопители в этой серии, в отличие от протестированных ранее, например, T-Force Delta RGB, идут без подсветки. Это положительно сказалось на толщине корпуса. Vulcan SSD могут устанавливаться в ультрабуке, толщина 7 мм. Корпус накопителя выполнен из металла, окрашенного в черный цвет, а оформление минималистичное. На крышку нанесен хромированный логотип производителя. С внутренней стороны наклейка с техническими данными, есть гарантийная пломба. Подключается при помощи традиционного интерфейса SATA 3.0. В данной серии представлен накопитель объемом 250, 500 и 1 терабайт. Средняя наработка на отказ 1 миллион часов. Внутри корпуса скрывается печатная плата черного цвета, чипы памяти 3D NAND, промаркированы логотипом производителя, поддерживается трим и средства мониторинга Smart. Сердцем накопителя стал контроллер Silicon Motion 2258G. Можно обратить внимание на отсутствие термоинтерфейса на чипах. Его наличие позволило бы использовать металлический корпус как дополнительный элемент пассивного охлаждения. С учетом стоимости группы Vulcan SSD станет правильным выбором в качестве системного или дополнительного накопителя в ноутбук или настольную систему. Высокие скорости записи и чтения, металлический корпус с небольшой толщиной, 3-летняя гарантия. Подойдет он под системы разным уровнем, как для рабочих задач, так и требовательных игр. С удовольствием обсудим с вами Team Group Vulcan SSD. Всем спасибо за внимание и пока-пока.